Что это? В общем-то, сегодня я делала себе укладку немножечко по-другому. Я обычно беру только три части волос, ну, отделяю на три части и закручиваю. А сегодня, точнее вчера, я брала по одной прядочке и вот так все вплетала, как косички. Вот. Посмотрим, что у нас вышло. Короче, хочу вам рассказать, что произошло еще на конкурсе. Короче, в конце мы падаем. И не знаю, как это объяснить. Короче, сейчас будет кусок. Вот видите, короче, упали, да? Мне из-за того, что очки сломались, я вообще ничего не видела. Еще у меня вот этот вот страх, что я не знаю, что я все испортила. Я очень сильно косячила, мне кажется. И, короче, меня немножко назад откинуло, и мне девочка наступила на ноготь. Блин. И у меня он теперь так болит, а мне... Ну, я хочу записаться на следующей неделе на маникюр. И я не знаю, как я его буду делать, если у меня вот очень сильно болит. Ну, вот где пластина, можно сказать, да. Я еще думала, может, я сломала, но я же не могла его вот тут сломать, да, палец, типа, да. Вот. И, короче, он болит, и я сплю вот так просто. Или иногда вот так, и вообще не двигаю руку, потому что она очень болит. Вот, ну, а сейчас я смотрю, ну, вот, Арину. Всем понятно, да? А вам буду смотреть вот это. Супер. Короче, что-то в последнее время очень часто смотрю что-то на планшете. Что-то я сплю и вот так делаю лицо и бьюсь, короче, планшетом. Что я сказала? Лицом ударяюсь о планшет, я ночью так испугалась, я думаю, что это? Ну, короче, я еще что-то на одной из тренировок упала. Сейчас тоже вам момент покажу из танца. Падение, да? Я что-то упала на коленку, я такая думаю, вот я дура, зачем я на коленку упала? И теперь это колено у меня очень сильно болит, и знаете, когда я лежу, оно не болит, но когда я начинаю вставать и ходить, оно очень сильно начинает болеть. Поэтому я просто лежу в кровати. Кстати, вот после той тренировки, когда я упала себе на колено, я с папой ездила в город для того, чтобы купить маме подарок, потому что у нее завтра день рождения. Короче, я купила его такие вот румяшки от Givenchy, как у меня, только в оттенке 4, потому что когда мы мне такие румяна покупали, маме они тоже очень понравились, вот. И еще в Monami в то время была скидка, хотя я думала, что скидки там уже закончились, но в итоге скидка на эти румяна вышла больше, чем на мои. Я свои купила за 17 тысяч, а вот эти я купила за 14. Короче, такая выгодная покупочка. Ну, вот так, короче, выглядят румяна, только у меня во втором оттенке, а у мамы в четвертом, они более персиковые, потому что мама потемнее, вот, и она любит персиковые румяна, а я розовые. Еще у меня сегодня куртка странная. Ну, я говорила уже утром, почему, да? Ну-ка, вот дай. Сейчас мы поедем выбирать мне новые очки. Ой, блин. Ты как так увидел? Блин. Просто желтые очки. Вот так. Зачем такие нужны? Мы уже выбрали мячики, заказали их, через час они будут готовы. Приехали в мечту там брать, что-то хочется купить. Вот. Я не пошла, потому что у меня, блин, нога, очень сложно ходить. Ну и, короче, мне понравились двое очков. Одни мне понравились такой в черной оправе, я вам вставляла, а другие, ну, просто такие серебряные. Вот, я взяла серебряные, потому что, я не знаю, как это черные, они слишком офисные, слишком официальные. И там под какие-нибудь спортивные аутфиты это будет выглядеть не очень. Поэтому я решила взять, ну, классику, да. И мама с братиком еще сейчас идут в Global, купят мне лимонадик. Хочу какой-нибудь напиточек попить, вот. Короче, вот так. Так проходят мои весенние каникулы. Погода вообще не весенняя, не знаю, ужасная погода у нас. Очень холодно и пасмурно.
Знаете, такая странная погода, у нас тут солнце светит, тут тучи эти огромные, а еще там меня нет. У меня язык от лимонада покраснел. Я не вижу такие лимонады, но очень люблю все-таки ягоды, но, кажется, я странная. Мёчки, мои мёчки. Это я по мёчки старые. Мам, смотри, что я сделала. Я вот так. Говорю вот так. Всем доброе утро. Неважно, что сейчас время, час дня, да? Абсолютно неважно. Сегодня у моей мамочки день рождения тебя. Короче, я сделала кудри. И вот знаете, чем отличается мой метод от стандартного? Тем, что кудри тогда, они получаются более объемные, чем вчера у меня были кудри. Вот, надо их лаком сбрызгать. Как она сделалась? Короче говоря, я уже накрасилась. Сноги от Ready With Me, только нужно его средактировать. Вот этим убрать. Вот такой рисунчик маме нарисовал, да. Мне тоже сейчас надо было достать ее подарок. Она еще не приехала домой, но как приедет, сразу же мы ей подарим. И, короче, мы должны были пойти в Бахраму, потому что мы все вместе там не были, мы по раздельности только там были. Вот. Но почему-то, не знаю почему, решили идти все-таки в Лафесту. Мы там очень давно не были, еще там недавно был пожар. Ну, как недавно? Не помню, когда, ну, короче, был пожар, вот. Я, честно говоря, думала, что она уже не будет работать, но она работает. Еще мне пришли посылочки с Wildberries, но мне не пришла еще одна посылка, там лонгслив. А я хочу снять обзор для шортса, поэтому буду ждать, пока мне придет еще и лонгслив. Вот. Ну, мне так нравится мой сегодняшний макияж. Вот такой вот милый куздей, кожаные штаны, кофточка с скрытыми плечами, сумочка, мои новатички. И все. Идем. Сейчас я буду чистить свою юбочку. Тут одну сторону уже почистила, откатышек, другую нет. Думаю, заметно. Вот такая одна штучка. Вот так нажимаешь. И так чистишь. Сегодня среда. 27 число. И я сейчас собираюсь идти гулять с Сабиной. Вот, поэтому собираемся. Блин, мне в глаз этот спрей попал. Щипит. Я уже накрасилась, и мне вообще не нравится мой сегодняшний макияж. Мне нужно выбрать образ. Какую кофту мне одеть, скажите мне, а? Встретилась уже с Сабиной. Мы в Бифре, если что. Вот, она моя носилка. Носильщик моих вещей. Вот. Пошли сюда. Кстати, вот такой вот у меня сегодня look of the day. Кирилл там переодевается. Вот так стоит. Что здесь есть? Какой магазин? Бифри? Да. Очень много таких штук, Камила такую не захотела. Да, вот. Вот это тоже миленько очень. Вот такая юбка. Ну и все. Больше ничего интересного. Я. Короткая, просто ужас. Мой телефон! Постоянно я, где мой телефон, где мой телефон? Короче, мы идем в кофе-бум. Идем и сядем там или там.
выбираем еду, я вообще не знаю, что я хочу. Вчера я очень хотела кофе. И вот сейчас пришла, я не знаю, какой я хочу кофе. Вот такое, или вот такое, или вот такое, или вот такое. Какое мне взять? Скажите мне, девочки мои. Сабина на меня так смотрит, как будто бы я дура. А сама-то? А сама? Если бы не Орлан или там вот эти... Только что были в Нью-Йоркере. Сейчас идем на первый этаж. Мы уже как-то покушали, точнее я. Так вкусно покушали, просто... Чё-то сидим мы с Сабиной. Мы ходили уже по магазину, к нам подходят две женщины, вон те. Надеюсь, они... И говорят, угадайте по фотографии бренд. Я вообще просто в шоке. Она вместо... Луи Витон сказала и все. Да у них похожие, тоже ВСЭ. И ты даже не смогла сказать Прада, а я даже знаю. А я вообще не знаю, как Прада выглядит. Я знаю. Последний вообще не понимаю. Как будто джинсы, но это называется. Это Фенди. Да. Я хотела сказать Фенди, но подумала, да ну. Я вообще в шоке, а ничего, если нас выложат, то такой кринж будет. Красота! Мы сейчас с Сабиной были на этой аллее. Сейчас Сабина разговаривает по телефону. Вот. В общем-то, мы сейчас были на ВБ. Я, кстати, на новый Wildberries сделала заказ. И там так красиво, знаете, там такая гирлянда, все так чистенько. А конфетки лежали. Все такое новенькое, не то что в старом. Вот такое вот ВБ. Сейчас мы идем в Эстор. Вот. Проходит у нас по пакету с подружки. Мы, кстати, заходили в подружку, сделали покупочки. И сейчас идем в Эстор, как я уже говорила. Мы, кстати, когда были на аллее, мы зашли во все ближайшие магазины, искали печенье. И нигде не было нормального печенья, да? Надеюсь, тут будет. Я довольна, я хаваю эти конфеты несладкие. Я, кстати, уже пришла домой. Я сейчас хочу помыть все свои кисточки, потому что я их очень давно не мыла. Они уже все такие грязненькие, поэтому пора бы помыть. Всем привет! Сегодня четверг, 28 число. Короче, я же вчера помыла свои кисточки, и они у меня теперь все мокрые. И я вообще не знаю, как мне сейчас красить. Я взяла свои старые кисти. Но я их отдала маме, и поэтому они в ее оттенках. Моя мама намного темнее, чем я, поэтому у нее персиковые румяна, персиковая пудра. Я не знаю, как я сейчас буду краситься, испачкаю ее кисти, наверное. Но я вообще не знаю, что буду сейчас делать, короче. Я иду гулять, кстати. Вот. Но кремовые продукты я, наверное, буду наносить спонжем, потому что кисточки для кремовых продуктов у мамы нету. Я уже накрасилась, сделала себе укладочку. Сегодня челка так хорошо уложилась. Еще я была кистью своей сестры, она сломанная. Вот такой вот у меня сегодня луковый день, мне он очень нравится. Такая большая моя любимая черная кофта и вот эти вот мои клёш штаны. Еще взять ключи и помадку. Вот только куда я ее засунула, я не помню. Я уже встретилась с Сабиной, и мы идем в Додо. Сделали заказ. Там должно высветиться Сабинино имя. Я хотела заказать такую вот штучку, такой набор. Я Сабина сказала, что там эти невкусные найдутся. Ну там игрушка с пиксиками. Сабина. Заказали, короче, один соус барбекю. Она принесли два. Короче, я заказала себе картошку и старшие сырники, а Сабина заказала чизкейк и воду еще. Ну, вода моя. Время уже 6 часов, мы разошлись с Сабиной. Я иду домой. Там какой свет, сколько секунд. Что ты там пел еще раз? Ой. Я думала, неправильно, что ли, напечатали.
Да капец крик. В общем-то, я уже пришла домой. Я после того, как пришла с гуляночки, мы с мамой еще ездили в магазинчик, вот. И я себе максимум 2 раза в неделю устраиваю такой спа-день. В эти дни я делаю абсолютно весь уход. От скраба для лица до скраба для тела. И сегодня именно такой день, и мы купили новый кондиционер, потому что наши все закончились. Это вот такой Pantene, я у кого-то блогера видела, что это очень классный кондиционер. Он для объема от корней до кончиков. Это нам надо. Поэтому сегодня попробуем. Но я не понимаю, как объем будет на корнях, если это бальзам для волос. Он же будет жирнить волосы. Ну, короче, посмотрим. И время 2 часа ночи. Я что-то собиралась пойти в душ. И собралась только сейчас. Не знаю почему, но у меня сегодня все лицо красное, глаза тоже красные. Ну, короче, у меня сегодня такая зеленая пижама и зеленые шорты от новогодней пижамы. Поэтому я буду делать масочку с зелененькой этой брокколи. Я купила, кстати, подружки. У них там сейчас какие-то акции, скидки, 200 тенге стоило. Отлично, я считаю. Такие маски покупала в Галмарте в Алмате. Может быть, они от другой фирмы. Ну, короче, это не важно. В общем-то, всем привет. Сегодня пятница. Последний день каникул и нашего влога. Время? 1:30. Я только проснулась. Ну, не только, а 1 час назад. А все потому, что я сегодня уснула в 5 утра. Всю неделю я засыпала довольно-таки рано и просыпалась тоже там 8-9 утра. А именно в последний день каникул я решила уснуть в 5 утра. Это просто великолепно. Вчера мы ходили в магазин, я купила себе такой греческий йогурт. Я такой, по-моему, пробовала. Но не помню, понравился он мне или нет особо. Вроде бы норм. Он с миндалем и фисташкой. Думала, будет хуже. Я просто ненавижу себя. Только вчера голову помыла. Сегодня уже испачкала ее в йогурте. Обожаю. Сидела, кушала, на дверь позвонили, привезли мамину посылку от Мэри Кейс, милашечные упаковали. Короче, давайте делаем unpacking. Я сама не знаю, что там. Бумажка. Unpacking – это, скорее всего, пудра. Я так и знала, это пудра транспарантная. Мицеллярная вода, кстати, наконец-то у нас нормальная мицеллярка. Такая вот. Вот это что такое, я вообще не понимаю, что это. А, это тоник. Такой-то красивенький. Так, я понимаю, SPF крем с SPF 30. О, какой красивый, или это сыворотка? Короче, я не знаю, но что-то такое очень красивенькое. И такой кремушек, тоже с SPF 30. Он очень вкусно пахнет. Прям вообще классно. Мне очень нравится. И он еще, знаете, после текстуры такой легенький, прям на каждый день вообще классно. Но это все не мне. И еще каталог нам принесли. Вау, вместе с Упалистан. Обязательно, конечно, девочки мои. И вот такая вот посылочка. У меня волосы не выпрямлены, не закудрявлены. Я вчера не могла выбрать, что сделать. Решила ничего не делать. Я собралась идти гулять. Одела лонгслив, джинсы. И думаю, одевать я подок или не одевать. Короче, выпрямила волосы и бежим. И вообще, мы идем в Магну. Как не забыл, надо маленький все рассказать. Насчет. Здесь только все вроде. Мы купили протеиновый батончик. Вот такой вот. Сырный рамен. Это все из того, что в этой в кастрюле он немножко странный на вкус. А что ты мне сказала-то? Я тебя вообще не поняла. Я тоже тебя не поняла.